У нас в Израиле не ставят памятников. Вы не увидите ни одного памятника, проедете чуть ли не весь Израиль, ни одного памятника. Зато ставят вот такие постаменты, вот круг и как бы мяч. И что это означает, непонятно, но вот такой стоит постамент. Хочу показать вам еще один пробничек, который, как вы видите, у меня стерся буквально за один день. Пробничек от Faberlic. И, кстати говоря, девочки, тут кроме номера написано еще название линейки. К сожалению, на прошлых пробничках я забыла вам об этом сказать. Предыдущий такой ярко-оранжево-розовый, это тоже было с линейки Velvet Kiss, как и этот пробничек. И этот пробничек номере 409-78, 405-78. Обалденный, преобалденный цвет. Лилово-приглушенная такая засушенная роза. Очень классный цвет, очень комфортная помада. Кстати говоря, я больше люблю, да, такие кремовые, блестящие, там, шиммерные. Но эта помада просто очень комфортно носится на губах. Без любой подложки снизу, без любого топера сверху, шикардос. И вот этот пробничек был такой пулькой закругленной, да. Обычно они имеют такой срез, а это была такая полукруглая пулька. Вот посмотрите, сколько со вчера я уже ее скрасила. Но я ей красилась много. Раза 3-4, может быть, даже больше. Сегодня, я думаю, может быть, даже 5-6 раз. И решила вам показать, как очень быстро стирается. Вот мне просто интересно, да, вот предыдущий пробник у меня был с этой линейки, но там немножко был такой другой срез. Она была более круглая, с таким, да, срезом. Как обычно, как полноразмерная помада шел. Пробничек. И у меня дольше он жил, чем вот этот, который, как говорится, пулькой вот такой вот, кругленькой. Вот. То есть половины, считайте, уже нет. Я думаю, что еще день она сотрется до тюбика, ну и оттуда уже надо будет выковыривать еще день. Ну, то есть вот такая вот пулечка на 3-4 дня. Меня просто удивляет то, что пробники с одной и той же линейки совершенно по-разному носятся, совершенно по-разному заканчиваются. Это что-то. Но этот цвет просто бомбезный. Обалденный цвет. Если бы у меня было мало помад, я бы, наверное, прикупила вот такой вот цвет помаду. Очень красивый. Вот даже на камеру он более выглядит розово-нюдовым, но в жизни это такой приглушенный лиловый. Еще один день на море. Начнем сегодня со стороны моря. Смотрите, какой прикольный берег намыло. Это же вообще, смотрите, красота. Вчера тоже было так прикольненько, но вот как-то не так. А сегодня прям вот как какая-то крепость. Водичка, кстати говоря, прохладненькая. Хоть и плюс 34 градуса, а водичка свежая. Я не знаю, это интересно, сколько градусов вода. Надо посмотреть по интернету. 24-26. Уже какая красота. Какая высота бордюра. Ну, по колено. Где-то по колено мне. Красотень. Также красный флаг. Еще ни разу не было белого. Но, слава богу, не было и черного. Все, кто хочет купаться, идут туда, подальше, напротив спасателей. А мы тут у берега плещемся. Вон там кто-то с трубкой, кстати, плавает. Так прикольно, не знаю, будет видно или нет. Мне все отражает. Через экран там кто-то с трубкой плавает. Так прикольненько. Корабли выходят, маленькие, большие, красотень. Ну а мы, как всегда, тут, там, где поменьше народа, отдыхаем. Ловим кайф, солнечные лучики, все в шляпках, все с кремом от загара, обязательно, потому что у нас очень хорошо можно загореть с кремом от загара, а без него просто сгораете. И получается шкварки. И потом очень больно заживают эти ожоги. У нас просто страшнейшая влажность. Но идем прогуляться все равно. С вот таким вот ароматиком. A Girl in Capri от фирмы Lanvin. Кстати, это у меня уже далеко не первый аромат. От, именно от фирмы Lanvin. Не этот аромат, а да, других названий. И они все отличаются друг от друга. Есть более приятные, есть более крепкие, есть более нежные.
Обалдеть просто. Кстати говоря, этот ароматик также с морского привоза. Вот здесь еще есть антикрашка. И у нас здесь, по-моему, 90 миллилитров. Я его купила не полным. Крышки у меня к нему нету. Но я уже им пользовалась, ну, не знаю даже сколько раз. Минимум 5 раз я им уже пользовалась. То есть, по идее, что-то от этого уже отпила и я сама. Аромат от легкого к крепкому больше, чем наоборот. То есть, подойдет более и на жаркую погоду. Да, от жаркой к более прохладной. Сказать, да, что это совсем такой свежачок, нельзя. То что-то вот такое вот средненькое. Тороплюсь заснять очень красивый цветок кактуса. Потому что предыдущий цветок, он не успел расцвести и уже сразу закрылся. Я вам покажу его сейчас. Вот он. Тот, который пытался расцвести и так не расцвел. А это, я думаю, что он еще полдня, может быть, будет, может, еще будет еще сильнее открываться, а потом то, опять тоже упадет. Они очень быстро отцветают. Каждый день ищу новый ракурс, так как у нас соседи решили сделать ремонт. Кругом шумит, трехтит. Короче, невозможно. Но сегодня, так как последний день лета и последний день отпуска, решила попробовать еще один пробничек от Faberlic. В номере 409-77, 405-77 с линейки Velvet Kiss. Кстати говоря, вчера я красилась помадкой здесь 77, а вчера было 78. Да, на единичку больше, но, честно говоря, там намного такой более лиловый цвет. А тут ближе уже такой приглушенной розе. Более такой светло-сиреневый, такой какой-то интересный цвет. Чему я очень рада. И здесь пулька уже не круглая, а вот именно вчера я вот говорила об этом срезе. Почему-то пробнички с вот таким вот срезом расходуются медленнее, чем вот именно пробнички, да, которые идут вот такой как пулькой. Не знаю почему, может быть, это у меня так получается, но очень прикольно. Помадка, кстати говоря, очень носибельная. С одной стороны, Velvet Kiss, да, получается как бы полумат, но при этом она совершенно не сушит губы, отлично носится в течение дня. Я даже вчера с предыдущим цветом ходила на море, и меня несколько раз накрыла волна. Помада никуда не делась, не испортилась, было просто замечательно. Вот так вот выглядит последний день лета. Завтра уже 1 сентября. У нас ожидалась забастовка. Но забастовку отменили, они там договорились. И мы все идем в школы, сады. Ну, соответственно, на работу, кто на работу. А как не хочется, чтобы заканчивалось лето. Как не хочется. Так как вечером чередую две помады от Кусантики между собой, поэтому меняю ароматы. И сегодня я хочу пройтись ароматом от Oriflame Valare Forever. Ароматик, который идет обычно в розочке. У меня это от Levante. Кстати говоря, очень приятный. Я знаю, что их там есть несколько розочек. Одна золотая, одна беленькая, одна такая более как бы кремовая. Так вот у нас, по-моему, вот это чисто белая такая розочка. Кстати говоря, у меня есть еще где-то оригинальный аромат Oriflame в розочке, только с другим названием. Поздравляю всех с 1 сентября. Ну а я выхожу сегодня из отпуска. И, конечно, конечно, для этого я выбрала свою любимую помадку от Estee Lauder с линейки Pure Color Envy в номере 410 Dynamic. Обожаю помады с этой линейки, просто красотень. Буду ими пользоваться чаще. И, кстати говоря, косметичка сентября вошла в чат. И у нас в этом месяце будет много-премного люксовых помад. Но я вам хочу сказать, что у нас страшнейшая влажность. Я даже не знаю, сколько сейчас процентов. Надеюсь, что не все 100. Просто капец, как все становится мокрым моментально. Надеюсь, что мой макияж додержится до работы. Несмотря на то, что сейчас только 6 утра.
невозможно продохнуть.